На базе паллиативного отделения Лангепасской городской больницы в начале года открылся респираторный центр. Отмечу, единственный в Югре. Соответственно, и география пациентов обширна. Мы находимся в достаточно хорошей геолокации, и к нам удобно доставлять, маршрутизация достаточно удобна для того, чтобы пациенты могли быть маршрутизированы, доставляться скорой помощью с различных районов. Сургутского района доставляют, с Нижневартовского района доставляют. Более отдаленные точки, конечно, проблематично. Пациенты тяжелые на аппаратах ИВЛ, поэтому... Но мы с этим вопросом сейчас работаем. С расширением географии растет и количество пациентов, и каждому необходимо оказать должную помощь. Так, в паллиативном отделении появилось 13 новых единиц оборудования. Аппарат искусственной вентиляции легких, инсуфлятор и многое другое. Значит, 5 отсасывателей, откашливатели, противопролежневые матрацы, функциональную кровать, кровать для купания пациентов. Паллиативный центр оборудован на 25 человек, но 5 мест расположены в респираторном центре. Специалисты готовы принимать пациентов со всего автономного округа, которые нуждаются в длительном проведении искусственной вентиляции легких. В нашей больнице 5 коек сейчас развернуто, и мы принимаем пациентов со всех городов нашего региона. Для того, чтобы правильно организовать медицинскую помощь, и вся необходимая помощь пациентам оказывается. И наше отделение, мы можем говорить о том, что на сегодняшний день полностью оснащено медицинским оборудованием в соответствии с утвержденным стандартом. Валерия Ружицкая, Тимур Зигангиров. События.